Приветствую вас. Всем привет, с вами Инженти. Начинаем мы смотреть за Fast Weekend Cup 193. Опять разыгрывается слот в семисерию. Вчера нам не дали посмотреть до конца весь Weekend Cup, к сожалению. Для нас, надеюсь, сегодня будет без каких-либо преград, и мы спокойно сможем посмотреть от начала и до конца его. Играют команды Вега Калининград против Адмирал Про. Пики команд. Команда Вега взяла Огрмага и Скаврес Мейджа. Адмиралы взяли Вайпера и Vengeful Spirit. Забанили Войда, Разора, Деспрофит и Брюмастера. Вот я часто говорю, но сейчас повторюсь, Огрмаг часто появляется в пиках. После последнего патча забанили Антайнга и Бетрайдера. Бетрайдер тоже отправляется в бан. Вот Адмиралы довольно-таки быстро его забанили. Ну, похоже, что не хотят. Ну, либо какая-то заготовка у них, либо просто уже заранее обсудили все, кого будут банить. Вроде бы как эти викинг-капы будут проходить на протяжении всей недели. То есть всего разыгрываются 7 слотов в семи среди СНГ и 7 слотов среди Европы. Забанили Бристол Бека. Сегодня второй день квалификации, скажем так. И завтра, и послезавтра все будет. Буду, скорее всего, завтра я буду комментировать европейскую часть. Но там уже посмотрим. Забанили также Дума. Ближе к концу трансляции я это объявлю. И взяли Тайдхантера. Кстати, ну да, Дум действительно довольно-таки неприятный герой против Тайдхантера. Конечно, если у Тайдхантера нету блинка. Так Тайдхантер просто заходит в драку, сразу же на него вешается Дум, и вся драка проходит без реведжа. Третий пик команды Вега. Ну, пока пройдемся по составам команд. Команда Вега — это One Lucky Day, Декта, Квас, His Lord, The Boss и Fallen Dis. Команда Адмирал — это APM 220, Ratata, No Rabbit, Neon и Stand-in VVD. Ну, команды Вега тоже Stand-in имеется, это His Lord, менеджер основного состава Вега. Это Вега Калининград. Но есть также еще и основной состав у этой команды. Долго, как думают. One Lucky Day над третьим пиком. Почти все дополнительное время потратил. Ага, Спектра. Спектра. Сразу же в ответка Нага Сирена. Ну, Нага мне нравится побольше, чем Спектра. Спектре нужно как бы больше фармить. Ну, а Наги там что, Радианс, и дальше уже все идет само собой. Главное, это Радианс вывести как можно раньше. А то Радианс на 40-й минуте не совсем будет нормально, скажем так. Так, четвертый пик команды Вега. Это Пак. Ну и остается им оффлейнер. Оффлейнер для команды Вега. Но противный пик у команды Адмирал. Реально противный. Против него будет тяжеловато играть.
забанили. И последний бан от команды Вега. Это Джакира. Эта команда Адмирал не потратила ни одной секунды дополнительного времени, поэтому они могут думать еще довольно-таки много. Им нужен саппорт. Саппорт. 10 секунд remaining. 5 seconds remaining. И это Лич. Лич. Будут чайники у нас летать. Вот такой противный пик. Это, ну, просто забей. Нагасон, Тайдхантер, Ревэдж, Лич, чайник, там, стан от инги минус армор, минус урон, вайпер там расстреливает всех подряд своим ядом. Ну, блин, реально, жесткий пик. Пик жесткий. Команда Адмирал. Посмотрим, чем ответит команда Вега. Тимбер. Тимбер. Так, немножко пролагало. Ну и ждем, пока начнется игра. Так, сейчас скинем линк на стрим, как просили. Так, включаем мы такие вот вещи и пишем. Двое игроков сейчас отсутствуют на карте. Нет, все. Начинается игра. Команда Адмирал VVD играет на Tidehunter, NoRabbit на Личе, APM 220 на... А, он как раз играет на Личе, а... NoRabbit играет на Наги. Ратата на Vengeful Spirit. И последний у нас Neon играет на Вайпере. Команда Вега. Декта Квас на Scavers Mage. Хизлорд на Спектре. One Lucky Day играет на Огр Магис. Босс играет на Паке. И Fallen Dis на Тимбер Соу. Викинг Кап проходит по формату Best of 1. Победитель Викинг Капа получает слот в сейм-серии 11 сезона. Сразу ставится вард в чужом лесу от Диза. Так, а второй варде? Второй вард у Огра. Ну, команда Адмирал никуда не выходит. Стоят они вот здесь. Но только не он чуть отошел дальше. Ну и единственный загуль здесь Ратата. Ну, на него, думаю, никто не выйдет. The battle begins. И начинается игра. Баунтир он подбирает Тимбер Соу. Немножко лайнапы. Так. Хизлорд играет на Спектре, будет стоять сверху в трипле с One Lucky Dame на Огре и Дектокваза на Скаврес Мэджи.
The Boss на паке будет стоять в миде, и Fallen Dis на Тимберсоу будет стоять в оффлейне. У команды Адмирал NoRabbit на наге стоит в миде против пака, Ратата на винге и Неон на вайпере стоит в дабле против Тимбера, и дабла сверху VVD на Тайтхантере и APM 220 на Личи. Ну, не решили придумать какое-то колесо, взяли 2-1-2. Никакой триплы, ничего такого особенного не делали команда Адмирал. Ну, может, как раз таки это сделано для того, чтобы все герои получили как можно быстрее свои шестые левла. Так как Ильичу нужен его Chainfrost, Тайдхантеру нужен Ravage. Ну, винге там, в принципе, свап. Это такой маленький бонус. К ее шестому левелу вайперу нужен вайпер страйк. Ну и наге нужен сон. Как можно быстрее. Поэтому как бы и такая расстановка. Аркан болты залетают Тайдхантера, 200 хп. Не качал он Кракен Шелл. Иллюзии подбирает. Разбил только что нахуй сверху баунти руну и думал, заберет снизу. Но в итоге остается бутылка пустая. Там First Blood сверху на спектре забирает ее лич. Лол. Отходили над водой, похоже, тут саппорты. Либо что. Каким образом она погибла? Так, тут Frost Blast, Gash. Понятно. В общем-то, просто заковыряли там спектру. Порты команды Вега в смоке на мид. Мне кажется, должен быть первым идти Огр, так как там стан. В курьере бутылка и цирклет. Еще один цирклет. А, нет, это принесли. Спалился, спалился. Здесь тык-так у вас на вышке. И сразу же нога отходит. Забрали снизу Тимбера. Забрали снизу Тимбера. Вот так вот. С двух станов. Там, похоже, хотел до конца. До конца шел он за вингой. Тут 48 хп. А не получилось. Миди. Пак. Нет. Нага отходит. Хотя, ну, был бы здесь какой-нибудь Огрмах. Огрмах сверху сейчас. Вот, если бы там тогда Дектоклас не спалился на вышке, то, может быть, что-то да получилось. Так. Так, NoRabbit все это дело спалил и отошел к лесам. И по крипстату видим, что пак полностью. Так, тут Dreamscoil на нагу, Silence и Слизин арба. Пак забирает нагу сирену. 2-1 открывает счет для своей команды. Вайпер так гоняет Тибера своим поездом атаку. Пак на хосте. Пак на хосте. Нет, решил не идти. Пока что гангать. Нужно дождаться.
сверху погибает Тайдхантер, забирает его One Lucky Dead, но в принципе это ассист для Спектры. Тоже неплохо. Индас у Вайпера. У Вайпера, кроме Индаса, еще базилка, но это такое. Съешь крипа, ага. За руной убирает иллюзии, а снизу Инга подбирает баунти руну. Пак трипскойл по Тайдхантеру, Тайдхантер 4 уровня, аркан болты залетают и погибает. Также здесь поставился лич, лол, лич тоже отправляется в таверну. Это даблки для Пака. Лол, лич, ну, был потрачен дримскол, просто возьми и уйди там куда-нибудь под вторую вышку сюда куда-то, но нет, он решил все-таки остаться здесь и посмотреть, как умирает его товарищ, плюс отправился в таверну вместе за ним. И еще тоже 2-4. В пользу команды Вега. Пак отправляется обратно на мид, пак от 1400. Курьера за бутылкой послал. Dire's middle tower is under attack. Да, Пака будет пытаться выходить. И Пак, арба, уходит. Пак уходит. Но отсутствие этого сана, как раз таки, у Леща, и позволило Паку уйти. Пришла бы какая-нибудь Винга. В принципе, Винга только и имеет стан у команды Адмирал. Пришла бы Винга, смогли бы забрать Пака. Вот так. Сайленс, Аркан Болт. Сейчас будет еще один аркан болты. Лол! И погибает лич. Также там снизу погибла Винга. Походу драка была за руну. Ну и руну, конечно, забрала Винга, но точно так же, как и сверху. Тут, кстати, гонится за Скаврес Мейджем. Скаврес Мейдж, это также, блин, ТП сделала Винга, стан. Скаврес Мейдж здесь погибает. Зорду не надо драться. Ревидж. Спектра. Спектра отправляется в таверну. Даблкил делает Тайдхантер. Стан сейчас летает от Lucky Dead. Chain Frost. Еще раз летит в него. И это минус 3 от команды Адмирал. Так. Ультимейт. И это еще снизу погибает также. Тимберсоу минус 4. За одну минуту. Сверху Спектра опять подставляется. Dire's middle tower is under attack. Пак 4-0, кстати, имеет статистику. Нага. Нага 1700. Начинает фармить себе на Сакрет. О, Спитри Ring of Health. Делать, скорее всего, что? Давайте глянем, что. Северанс. Бэф. Похоже на то. Ну, либо Владмир. Ой, Владмир. Вангард. Почему бы и нет? Прочитай, это довольно-таки сильно. Так, Тагер.
за ним никто даже идти не будет, хотя Стан, Дедхантер отправляется в таверну, забирает его Скаверс Мейдж. Пак пока не полился, хотя тут вард, но мы видели здесь. Сон, кстати, от Наги. Тимбер. 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 Нет, Тимбер здесь погибает, хотя... Ай, дотягивается до дерева чуть-чуть. Если бы дотянулся, то Нага бы погибла. Не повезло. ТП сюда делает Тидхантер. Будут дефать, скорее всего, вышку. Нельзя отдавать. Ничего, скажем так. Снизу Вайпер под пушу будет. Вайпер. Ревидж, чайник летает. Пак. Пак в шрифт ушел, там уж погибло. Погиб скоро смейдж, Дримскойл. Дримскойл, Вингар рвет его, также порвал Тайдхантер, там его сразу разбил. Его Кракен Шелл, Тайдхантер погибает, разбил один в один. Спектра. Спектра до конца, один пак, иллюзия норм. Так, Лич погиб, и это минус также еще, и Вингар. Минус 3. Так, прилетел сюда Вайпер. Нужно, да, правильное направление, не бежит Тимбер. Опять не дотягивается, ну что такое? Опять не дотягивается он, да. Дерево. Пытается уйти так, ман не хватает. Курьер. Курьер такое мило прилетающее существо, поэтому на него нельзя агриться сейчас. Спрятался. В обратном направлении побежал. Тут на пака вышли, пак. Деревья. Чуть-чуть не долетел. Упала вышка. Ты пал, ты что делает? Пак. Нага. Что у Наги? У Наги 2600. Уже совсем скоро будет сакрит, там остается всего лишь 1000. За Вайпером гонятся. Дримскойл, Вайпер, ультимейт, Вайпер, свапнули Вайпера, ну Спектру, думаю, убьют или нет, Спектра, мега, Вайпер, страйк, пака, так, ультимейт, да, Скарс Мейджа, Вайпер, 400 хп, отправляется в таверну. Пак, сбили с него стрик, также там погиб еще и Огр Мак, забирает его Лич. И ты паузу всего сделал с Каверс Мейдж. Два фрага. И... 1000 голды. По графикам команда Адмирал ведет более 5000, по опыту более 3. Тедхантер собирает пайп. Полезно, у него Глака. Можно, в принципе, сейчас будет после этой вышки. Например, в принципе, оно и так натикает. Будет зайти купить Ring of Health. Да, Спектра собрала себе авангард. Да, падает вышка сверху. Забирает вот Тайдхантер, ну, да, прямо сейчас можно зайти, в принципе, в боковую лавку. Курьер. Point Booster. Point Booster лечу. Лич начинает собирать аганим. О, с аганимом мы помним, какой там ультимейт. Так, Тедхантер с Рэвиджем. Тедхантер с Рэвиджем. Не стоит забывать. Свапнули. Кого свапнули? Свапнули здесь. Пака, пака сразу забрали. Курьер несет сакрет уже. Было бы очень неплохо убить сейчас этого курьера, но не получилось. Ну, для Тактаклаза. Ну и там остается только рецепт. На Радианс.
Падает вышка? Или не падает? Вот, бить, да, начинает тут. Стреливать вышку. Я сюда сейф ТП на эту вышку. А, это пак. Пак. Резнулся, пак прилетел. Сразу же в драку. Спектра имеет ультимейт. И спектре нужно отходить. Сразу 2 ТП. Лети сюда еще лич. Нага фарми. И эту нагу потом будет совсем не остановить, так как уже почти сейчас появляется Радианс. Скойл по двоим. Лич сразу Сайленс не успевает отдать свой чайник. Также возьмет и Минга. Отправляется на автоверну. Просто момент их тут поубивали. Прошли с ней прям по ворду. Нага, слип. Ну, слип это такой, чтобы... Ну, прям наверняка. Рецепт совсем чуть-чуть остается. Шушуть. Совсем шушуть. Так, Тайдхантер фармит энчентов. Он хочет, походу, райт-кликом купить этот ход. Эту пайпу, точнее говоря. Это не пайпа, не худ, он решил купить так клаку для виду, но купил сейчас себе блинк. И вот он, вот тот самый артефакт появляется в наге. Но нет маны. Кстати, на базу порегениться было бы неплохо. Ну и теперь я не знаю, как играть команде Вега. Да, немного графики они повели вниз. Это только график по колде. Все еще почти 7000. Тут погибает Эктоглаз. Успел, конечно, поставить ультивейт на Вайпера, но... такое. Вайпер даже свой Вайпер Страйк не потратил. Просто легкие. Легкие, редкие. Shadow Blade, кстати, у Вайпера. Мега БТ, Мидас. Вот как раз таки тот Мидас и сказывает Ревидж. Ревидж, чайник, чайник. Сразу погибает баг. Подошел что-то Фаладис, Фаладис тоже, блядь, автоверно, я не понял, там уличали Аганим. Так долго летал этот чайник. Кзлорд тоже стреляется в таверну, стан залетает Тектокваза, Тектокваз, Тектокваз тоже в таверне, минус 4, свапнули Ван Лаки Дэй, живет Ван Лаки Дэй, мы за ним, никто туда не пойдет. Зато он тут с Тайдом до конца шел, 41 хп ему оставил, падает Т2 на миде. То есть сражение 2000 в свою сторону переворачивает, ну не переворачивает, а начинает, ну, все больше и больше наращивать преимущество команды Адмирал. Так, пак прыгает, Римского по двоим. Сайленс не дал. Но, лол. А, там такой урон. Инга просто в момент погибла, но пак даже этого не понимает. Нага. Нага. Срадянца, шота, огра. Огр! Огр! Лол! Иллюзия пропала. Если бы иллюзия чуть дольше жила, огр там бы мог и погибнуть от этой иллюзии.
Тугушки 51 хп, кстати. Может зайти. А, не. Ага. Ага. Динает вышку. Так, Спектра начинает делать себе диффуза. Имеется у него две Blade of Alacrity, остается Rob of the Mage и рецепт. Тут, кстати, за Спектрой вышли. А, чё? Да. Перепутал, извиняюсь. Это как раз таки команда Спектры, это команда Вега. Никто за ней не выходил. Появляется у ноги сирены. Ну и теперь попробую ее убить. Так, тут где-то звук уже не был. Так, кстати, погибает сейчас. Кто погибает? Погибает здесь. Скорость мейдж, был потрачен ревельдж, Тимберсол тоже отправился в таверну, это 2 в 0. Он лакидей пытается сделать депаут, не успевает он сделать его. Да, не того не маленько слопнул, но все равно смогли убить Огра. Три фрага. Так. Пак. Пак и ул. Все купил. Да. Диффуза уже. Готовы. У Спектры там пак. На миди погиб от одного вайпера, у которого ультимейт с кулдауном и не был потрачен. Это просто пришел вайпер и заковырял его с поезда на атак. Скажи, смотри, донайт. Вышку думал, не получится. Тек-так-вас, тек-так-вас. Просто, скорее всего, догонит здесь тек-так-вас. Да, тек-так-вас погибает. Вайпер продолжает здесь жить. Вайпер нет, меги его сразу свапают. За вайпер до конца гонятся. Вайпер живет, 40 хп. Так, кстати, погибает все-таки вайпер. Тут тем временем продолжается драка. Хезлорд. Блядь, тут верну или нет? Лол, тоже минус 3 от команды Вега тем временем. Дис тоже живет. Тайдхантер пришла на. И One Lucky Day, скорее всего, погибает здесь. Нет, живет. Пак до конца за Тедхандером, это минус 4. Вот так вот. Грызается команда Вега, и 4000 по голде переворачивает в свою сторону. И 7900, почти 8000 по опыту в свою сторону. Это просто какие-то колоссальные цифры. Живых остается только одна нага. И графики были более 10 тысяч, почти 12 тысяч по алде, по XP были 10 тысяч, и идут они вниз после этой драки. Вайпер. Что себе покупает? Вайпер. Ривер. Раску делает себе. Пак. Пак уходит. Какая-то драка навязывалась, но все просто разбежались. Хотя, тектоквазом, аж. Тектокваз стреляется в таверну. Или нет? Да, стреляется все-таки он в таверну. Поставил, конечно, мистик плеера, но там он взят на один. Но... По спинке Тайдхантера. Погладил он только и все. Пак. Прыгнул за пинкой, питатель индюбскойл. Можно было бы и не тратить на самом деле.
Теперь соус заходим. Теперь уже не у него. Теперь уже у него два чакрама. Так, прыгнул мимо. Ревеж. Ревеж по двоим. Фалди сразу дает ставерну. Чайник. Чайник. По двоим летает чайник. Пак ушел в шифт. Он лаки дэй. Он лаки дэй погибает. Пак тоже блядь смерно. Это минус 3. Дабл килл оформляет. Виведи. И Нага отправляется на мид. Там погиб еще Скаврос Мейдж. Ну и... все печально. Падает Т2 снизу. И не заходит на хайграунд. Лол. Нет байбеков ни у кого, и команда Адмирал отходит. Хотя спокойно могли бы зайти сейчас на хайграунд и сломать хотя бы Т3. И решают зайти на Рошана. По графикам что? По графикам более 12 тысяч по голде и по экспе 8 тысяч. Ну вот видно, что небольшой такой переломный моментик был, но того моментика мало. Так, сейчас будет какой-то последний шанс, скорее всего, команды Вега. Вот, Вайпер. Вайпер все видит, так у вас просто сразу появляется в таверну. Фаландис тоже погибает, хотя Пак хороший Dreams Coil по четверым. Но тут, собственно, некому убить, хотя вот пришла Спектра, сразу сон. Отжимается он. Лол! Нага погибает, и сейчас можно спокойно провести хорошую драку. Вайпер! Вайпер, Вайпер замедляют, Вайпер, Санас на Вайпер, Вайпер уходит в инвиз. Начинает здесь наваливать по Дедхантеру, Дедхантер стан. Ты тоже придется в таверну. И вот тут два таких еле живых героев от команды Адмирал остается. И заходит на полубитого Рошана. И это изи Рошан для команды Вега. Разбейте! Да, разбивают. Так, Эгги забирает Спектра. Как раз тот, кому он и нужен. Скоро будет манта уже у Хезлорда. Хантер начинает собирать рефрешер. Появляется у него квадр став, скоро будет обливион став. Выходит за Тимбер Соу и Тимбер отправляется в дверь. Стан, Вайпер Страйк, Гаш и до свидания. Хотя, казалось бы, Тимбер имеет пассивку, которая там наращивает его броню. Еще и реген. Но маловато. Маловато будет, понимаешь, маловато. Команда Адмирал заходит на последний внешний тауэр команды Вега. Это сверху Т2. У Веги, ой, у Спектры валяется манта. Фортификейшн, то есть они будут его дефать? Как-то поздновато на самом деле. Дедхантер с Ревиджем, можно давать же Ревидж, можно! Но не дал он Ревидж.
Так-так-вас, вот он, ревидж по троим, так-так-вас сразу появляется Тверну, он накидает, кинулся станом, там вылетел мультикаст, появляется Тверну, Лич, Дримскойл, хороший Дримскойл! Тайдхантер, 100 хп, Тайдхантер замедляет, Тайдхантер тоже появляется Тверну, свапнули Вайпера, так, Спектра, минус Вайпер, но тем временем Нага сносит нижнюю сторону, Нага все это время отсутствовала в драке. Мимо стан. И по той Наги. Нага просто тупо... Лол. Лакитей тупо забил. Ну, вот же настоящий. Стан. Хорошо, стан. Есть сон. Ну. Не хватает мана на ТП, но сейчас хватит. На перерез пак. Сразу сбивает ТП, хорошо, вот для чего собирался этот Еул. Ну, как же она быстрая, это нахуй, пробуй еще дохани ее. Лизе Норб. Да они там сейчас только долетают. Аркан болты, а вы хотите ее догнать просто так, ну, ребят, это смешно. Хотя, вот Дагер. Ну и... Минус. Спектра, минус 5. Доки, получается, за эту драгу. Ну и графики как были больше 10, так пока и остаются, но зато по опыту команда Вега сравняла. Хекс появляется у Пака. Ну да, минус 5, но вот. Вот это вот уже никак не вернуть, поэтому... Так, Когр собирает. Огонь, появляется у него Ogre Club. Ну, а Лич уже давно с Аганима бегает, поэтому там, по-моему, даже чайника не было в той драке. Или был? Я не помню. Вроде бы как не было там чайника в той драке, поэтому будет довольно-таки интересно посмотреть на Chain Frost с Аганимом. Интересно посмотреть, потому что Лича не так часто берут каких-то вот таких вот игр турнирных. Ну а в папчике это реже он появляется. Дримскойл пока только, конечно, по одному Ратата, но... Так, второй чакрам. Нужно возвращать ревидж, еще один. Вот он залетает. Чакрам сбили Аегис, минус. Ой, Чакрам залетел, там чайник, который был с Аганимом, минус Аегис у Спектры, также погибает Тимберман, Лакидей живет, выхилит себя с Меки, да Пак, убивает Лича, Пак, заполучает стан от Винги, Пак живет до сих пор, Пак уходит на Illusion Orb и Принкаут. Не самая лучшая драка для команды Вега, хотя, ну вот, по халде уже... Всего 8000 остается у команды Адмирал. По опыту они уже даже ведут. Спектра убивает Нагу. Где? Лол. Какой лол. Нага, кстати, играет уже с Ривером. Скоро будет Тараском. Но не помогает он ей. Гормах. Еул. Арканы. Мека. Огр Клаб. Тосты. Скаверс Мейдж с Тапком и Вардом. Спектра. Манта, ПТ, Вангвард и Дифуза. Их скоро надо обновлять. Свапнули. Спектру. Сразу стан. Спектра. Летит сюда также Нага. Но это, скорее всего, будет минус. Спектра. Хотя долго она живет, конечно. 18 армора, но погибает Спектра. Но Спектра зато забрала Вингу. О да. Пак, Принк, ПТ, Хекс, Ультимейт Орб и
Йоул. Тимбер Соул. Аганим. Соул Нидых. Арканы и Виталити Бустер. Так, команда Адмирал. Лич, Аганим и Транквилы. Винга. Винга, Арканы, Варды. Нага. Бутылка, Тревела, Мата, Ривер и Радианс. Так, Вайпер. Вайпер, Лотар, Сердце Тараски, Медас, ПТ, Мека и Кристаллис и Тайтхантер, Стики, Блинк, Пайп, Аркан Болт, ой, господи, Аркан, Аркан Бутс и имеет также Обливиан Став. Сон только что она потратила в пустую, поэтому я как бы там и не разглагольствовал по поводу того, что о, какой сон. Было так понятно. Ревидж. Ревидж по двоим. Бак. Бак. Шифт. Мультика залетает Тайтхантера. Тайтхантер там пока живет. Придется вернуть Тимбер Соу. Гонится за One Lucky Day. One Lucky Day. Bloodlust. Стан в Вайпера. Вайпер уходит с Вижена. Хотя вот тут просветка юзается. Тайтхантер продолжает жить. Погиб тем временем Лич. Бак, Сайленс, замедление на Вайпера, Вайпер, 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 56 хп, Вайпер, лол, живет. Нага забирает там Огрмага, вот Вайпер наконец-то погибает, так, а Огрмага это там, это где, а вот, вот здесь он погиб, то ли скрипов, то ли как, иллюзии походу подошли. Так, вот она. Вот она, Тараска. О, Наги. Вы не обращайте внимания на это все. Мне что-то не совсем депауна себя чувствует. Депаут просто делает спектром. Нет, не делает никакой депаут. Спектраса юзается, сон сбивает и ТП. Так, Нага до конца бежит за спектрой. И вот так вот просто с хайграунда сбегает. Она просто еще инвиз. Ага, не, инвиз упаляется, ДД. Прям перед носом. Так, скажу сразу, наверное, следующую игру не получится покомментировать, так как как-то не то, что все адекватно, а как-то даже не совсем хорошо себя чувствую, не получится просто физически. Я сразу за это извиняюсь. Докомментирую эту игру и могу вам посоветовать стрим Исаака Квинга. Кстати, стан залетает тем временем в Тимбера сразу. Даггер и отходит. Исаак Квинг, вы найдете его страницу в моем паблике. Его через мой паблик, и там найдете же ссылку на его стрим, он там сейчас комментирует Fast Cup, вроде должен быть уже там то ли полуфинал, то ли финал, поэтому кому интересно, можете прямо сейчас туда переключаться. Ну а тут падает Рошан. Бак, рановато. Рановато скинул Illusion Orb. И Нага забирает Аэгис. Спектра с бабочкой. Ну и теперь посмотрим, как эта бабочка будет. Ревидж! Ревидж потраченный впустую! Ревидж! Спектра забирает Вингу же. Так, One Lucky Day поднимает его в ветра. One Lucky Day продолжает жить. Чайник, чайник залетает. One Lucky Day больно. One Lucky Day отправляется в дверь. Размен 1 в 1. Тайт прыгает за Тибером. Тут драка перемещается на хайграунд. Нет, драка заканчивается, кажется, на этом хайграунде. По графикам, ну, 8000 и держится по голде, по опыту команды Века ведет. Сверху Нага сносит Т3. Нага. Сайленс.
Нага. Может отправиться в таверну, Нага. Нет, не отправиться в таверну, это пока только Эгис. За него забыл, там Вайпер убивает Скаверс Мейджа. Нага просто суицидится уже, можно сказать, в бараке. Куча сайленса на ней висит. Падает. Живой барак. Начинает падать милишный. Пак. Уходит на орб. Вот он, сон прожимается. И просто тэп-аут делает. Нага. Также пытается улететь сюда Тайдхантер. Тайдхантер улетает. Все остальные просто разбежались. Ну, быстро бьет спектра. Надо теперь не умирать и пытаться как-то пушить, ломать все, что стоит. Так, пауза. Вот адмирала. Ну, это весомая причина. Ждем, что там разрешится или как, куда, зачем. Нажимается пауза. Продолжается у нас игра. Придется на верхнюю линию команды Адмирал. Ну, похоже, по крайней мере, на это. И, похоже, тут будет какая-то последняя драка. Сон от Наги. Сон. Сон достает только до одной спектры пока что. Ложь Питер Рэвидж, вот он Рэвидж, Рэвидж по двоим. Хезлорд! Хезлорд! Пока живет, погиб Тайдхантер, погибает также здесь еще и Винга. Минус Вайпер, минус 4 уже погибло, конечно. Спектра гонится за Нага. Это минус 5 от команды Виа. И игра далеко еще не закончена. Далеко еще не закончена, хочу вам сказать. Какая же хорошая драка сейчас от команды Вега. Это 6000 по голде. Воу. Тихо. Не надо так. И ждем, пока графики пойдут вниз. Просто вниз. По опыту команда Вега и так ведет. Вот тут еще прибавляется. Такая хорошая драка. Сверху пака Линга, кстати говоря. Не заметил, как он ее купил. Так, падает Т2 на миде. Стан, пак выйдется. Но вот все остальное уже не выйдется, и пак, скорее всего, лол. Просто уходит на иллюзию норм.
Dire's middle tower is under attack. Simon! Here I am! Tidehunter. Ring of Hells, но уже почти готов. Тоже курьер стоит, ждет, когда появится Voidstone. И два реведжа в драке, это будет очень неприятно для команды Вега. Главное, чтобы эти реведжи были, ну, нормальные, а не так, как в одного-двух героев. То есть вот пятерых такой смачный реведж, а потом рефрешер, еще один реведж, просто такой мужицкий, с остальными яйцами, чтобы был этот реведж. Ну а так в одного, ну, такое. Видели мы уже реведжа двоих, одного вот только что вот здесь вот. Ну и в итоге драка проиграна 5 в 1. Магат. Кстати, убивает. Скаверсмейджа. Вот здесь. Вот. Что он здесь забыл? Вот что? Вот. Вся команда находится вот здесь, а Скаверсмейдж вот здесь. Ну, нормально. Ну и начинается заход команды Адмирал на Хеге. Сайленс и уходит на Иллюзия Норм. Ну, кстати, на миде упал Т3, сразу из-за Fortification. Стан, Лича, Лич. Лич погибает, Вайпер Страйк, Ревидж первый. Рефрешер. Ревидж еще один сейчас должен быть. Ай, маны не хватает, лол, выжди ему ману. Погибает. Тайдхантер не успевает дать. Он второй реведж, это минус 2. Гонится за вайпером. Вайпер 9 секунд до Лотара. Погибает. Вайпер Нагу. Нага. Поднимали ее ветра. Нага тут продолжает жить. Стан. Сон и... Тэпаут. Ривер. Еще один. Стихия валяется. По графикам видим, что преимущество осталось 6000 по голде. По опыту уже более 15000 ведет команда Вега. Вот так вот. Неужто камбэк? Ну, если это камбэк, то против Нахи будет трудно пропушить. Тем более, нет нижней линии, нету оранжевых бараков на второй и третьей линии. Хол, опять не дотягивается до дерева. Ну, просто какой-то невезучий здесь тимбер сейчас. Второй чакрам. Ну и... Тимбер, ну не заигрывайся ты, тут как бы на иллюзии Наги с Радиансом, как бы, ну, не совсем приятно, вот, ну, 2000 хп Тимбера как не бывало. Рошан появляется через минуту 10. Думаю, команды его сначала дождутся, а потом уже куда-нибудь будут идти. Пока появляется Шива.
хреново все у команды Века, по-другому не скажешь. Ну да, они начинают как-то отыгрывать по голде, по опыту, они ведут почти 20 тысяч, это все, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что у команды противников А это Нага, а Б это как бы отсутствие вот этого барака, Ревидж, Ревидж, кстати, на спиктрон, ну пока что был потрачен, вот рефрешер, не хватает 5 маны на второй Ревидж, погибает Тайтхантер, Пак прыгнул, там чайник полетел, чайник там летает где-то, Лич погиб. Винга тоже отправляется в таверну, размен 3 в 0. Нага тем временем ломает последний барак на миде. И просто-напросто отходит сон и тэп-аут. Вот, вот за кого я говорил, кстати, это вторая тараска. И теперь уже отсутствует вторая линия у команды Вега. И что делать? И борода. Как бы... Близок конец. Dire's top barracks are under attack. Ну что, стоит Рошан. На него команды пока что ни одна, ни другая не идет. Одна команда, наверное, потому что не хочет, а вторая команда то, что не может. Ну вот, адмиралы заходят на Рошана, стало мне это только сказать. Падает. Кстати, сыр разбили, по-моему. Спектра прилетела, лол, спектра. Спектра, спектра. Ревидж, спектра. Ну, что это сделано сейчас? Лол, еще и уйдет. Да ну нет. Кстати, Наха погибла. Скоро змеиш погиб, убивает Наху, лол. Минус, также еще и Винга. А как погибла Наха, я что-то не понял этого, кстати. Также погибает сейчас еще не он, чайник летает, минус Аегис. Ой, Аегис бил у Вайпера. Когда мы уже Аегис украли. Тибер, Тибер. Тибер погибает. И, кстати, нога сверху сломала. Раки и это мега крипы. Кстати, это 4 почти упало, сейчас подходят крипы. Не успевает дать тычка, хотя Тартаска добивает. Добивает. Т4 остается только один. Тавру команды Вега. Так так вас сейчас может погибнуть от них иллюзий. Наги. Да, и он погибает. Так вот. Даже уже не на что смотреть дальше. Так, по голде. Ну, по голде почти сравняла команда Века преимущество, но Нага с тревелами, Нага с адианцем, Нага с иллюзиями, и Нага ломает все вышки. Получше того же Фурион, Терблейда вместе взятых. С такими артефактами. О, еще и курьера убили. Вообще хорошо все.
никогда не любил, когда Наха появляется в пиках у команд. Потому что всегда вот такая вот... Такая вот игра. Не всегда интересно для меня. Ревидж. Ревидж достает спектру, спектра. Живет второй Ревидж. Да, летает Тайтхантер. Чайник летает. Спектра может сейчас погибнуть. Спектра отправляется в таверну. 120 секунд ее не будет. Там, кстати, погиб Тайтхантер. Но чайник продолжает летать. 2 в 2. Нагу, кстати, убили. Нагу убили. У Наги нет ББка. Стан залетает вайпера. Вайпер. Ну, да. Падает Т. 4. И это... Good game. Нага, борода. Действительно, Нага. Это просто всю игру сделать. Трон может и так упасть. Да, Трон просто падает от крипов. Поздравляем команду Адмирал с выходом в 1/16 квалификаций. Ну а я сейчас посмотрю, есть ли там свободные какие-то пары, чтобы суметь ворваться на следующую каточку. Если не получится, то скорее всего буду завершать. Так, ну одна. 16 уже везде началась, и где даже сыграна была, поэтому да, буду я завершать. Да, к сожалению, только одна игра, поэтому спасибо, что смотрели меня. Не забывайте подписываться на все социальные сети StarLadder TV, не забывайте подписываться на мою страницу ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании под роликом на YouTube, либо же под плеером на Твиче. И всем спасибо, всем пока и удачи.